Вот, Акмал, ты вот отваливаешься от соперника вот сюда. Во-первых, надо прям под него залезать. И вот здесь, смотрите, движение какое. Вот, вот Акмал, ленивись, куда тебе на карте. Вот он, рычаг. Еще очень здорово, например, прям туда можем вот забегать, забегать, видишь? Ты вот все время вот накатишь. Если этот захват взял, в принципе, обратите внимание, в последнее время японцы только так переворачивают, еще раз. Но они еще делают так, они вот, вот так вот сюда залезают. Вот. И вот опять тянет, не через голову, как ты тянешь, как мало, а вот туда в сторону. Понимаешь? Главная ошибка ваша. Давайте попробуем это подставить. А вот здесь корпус не работает. Пустота. Ты же любишь это движение, в пар, часто его берешь. Ну, а теперь давайте вспомним уход отсюда, покрутить. Та рука, которая меня берет, вот эта, сразу этой ногой навстречу. Не этой ногой, если показать. Та рука, которая идет сверху, эта нога выбрасывается, уходишь в вилку. Можешь не помочь. Там еще есть второй вариант выхода. Вот смотрите, кстати, попробуйте. Давай. Вот смотрите, стоп, нет. Вот как нога, которая пятку берет, да? Вот так, правильно, как раз вот здесь надо руку вот туда вытащить. Нет, вот смотри, вот когда он еще, вот смотри, вот. Вот сюда садил? Да. Ну это сложнее. Да. Лучше делать вот наш вариант. Мне кажется, это, на это много надо. Да даже так, все, вот ты уже смотри, у ноги выключил, он может на него заползти, просто на удержание. Он же уже под тобой оказался. Твой, так, левой рукой. Нет. Вот, да, вот этот, вот. Ну я хочу нагрузить маленький. Ну ладно, ладно, хорошо. Через диагонал. Вот сюда. Ну. Так. Атакующая рука останавливается. Ладно, ладно, ладно. Потом уже обнимаешься, все. Ладно. Делай, как тебе удобно. Вот, видишь, ты делаешь движение, вот ты делаешь движение, вот уже вперед пошло движение. А я делаю вот, видишь, вот, 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 вот сюда надо лечь. Вот еще раз, вот, вот рука, вот рука, ляжь грудью вот сюда, вот. Вниз пошел, вниз пошел. Вот смотри, вот что ты делаешь, ты вот так вот сюда тянешь вниз. А я тебя прошу, чтобы ты грудь вот сюда пошел, вот. Ты назад делаешь все равно, ладно, бог с ним. На выход. Вот он растягивает, он не хочет. Вот ты делаешь туда-назад, это немножко движение все-таки тяжеловато. Но когда он сделал шаг, не, вот он, вот шаг был, вот корпусом, прямо даже с этим захватом, не туда пойди, а вот сюда, в сторону, вот. Не кимо, а в сторону, да? Ну вот смотри, вот на тебе, вот, например, раз, вот ты туда идешь, ты все-таки еще крепко стоишь, а вот туда, вот ты без помощи, смотри, вот, 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 вот. Понял? Да. На это плечом они, да? Ну, опять же, помните, я показывал, вот куда движение делается, вот. А если я еще туда корпус положу, любой человек упадет. Ты даже вроде и залез туда, но туда тебе неудобно атаковать. Вот ты чувствуешь, что да, не да, получается. Да. Здесь надо очень просто, понимаешь, ты должен его повернуть, чтобы опять расход. Вот. И тогда все, и опять за сетом пойдут, и все, что хочешь. Ага. Еще раз, почему ты, вот, я тебе кричал, когда с кропаликом боролся, вот смотри, вот, смотри, вот, вот вы встали, ты не даешь руку, ты не даешь руку, ну возьми вторую. Ага. Что тут, все, он тоже автоматически берет захват, все, и ты перехватываешь, берешь то, что нужно. Вот это вот ловить бесполезно. Да, шаг отпускнем.